Вы где-то сказали тоже, я читал, что мужчины иногда вас били, и Тихонов тоже ударил. Это так? И Тихонов ударил. За что? Ой, я не могу вспомнить. Честное слово, не могу вспомнить. А за что мужики били? Зареновали. Ко мне тянулись не почему-нибудь. Подумали, красавица какая нашлась. Ну, красавица. Сэй, что вы говорите? О, конечно, Сэй. красавица. В Москве так не считается. А что Москва? А тянулись общение. Ведь самое драгоценное Колорит. в жизни это общение. И вот куда бы я ни попал, на какую картину, все время возле меня народ. Но они же осточертевают. Все время я должна рассказывать, я должна петь. Иначе я не представляю себе своего существования. Почему били? Да. Потому что без объяснения пароход отчаливал в моем лице. Я как-то, как хороший математик, достаточно краткого общения, как уже внутри начинаю зевать, и пошла свободная. Били жестоко или нет? Да нет. Нет, не так такого. Ногами не били, но по щеке давали. Вы обижались на них за это? Или понимали, что... Я вычеркивала эту страницу, ее не было. Просто вычеркивала и человека это, и эту ситуацию, и никого не обвиняла, ни на кого не жаловала, никогда не писала. Обходилась сама.